на первое место чемпионов среди девушек становится СОШ номер 5 Кингисеппа, города Кингисеппа. Среди команд юношей третье место в полуфинале соревнованиях по хоккею в рамках партийного проекта «Детский спорт» занял школьный спортивный клуб «Феникс» ООО «Сланцевский СОШ номер 3». Второе место подчеркнул соревнования по хоккею в зале среди юношей в партийном проекте «Детский спорт» занял Красильская СОШ. И первое место в международных соревнованиях по хоккею в зале среди юношей заняла команда «Красильская СОШ». Дорогие ребята, я рада вас приветствовать на Сланцевском совете. Спасибо вам огромное за участие в соревнованиях. Надеюсь, это не последние соревнования на нашей земле. Мы будем приезжать также в гости и к вам с нашей командой. Спасибо за участие. И хочу сказать отдельное спасибо тем ребятам, которые только начали. Я вижу в Кингисеппе достойная подготовка, но я знаю, что Сланцевский район, поверьте, скоро подтянется до вашего уровня. И отдельное спасибо администрации Сланцевского муниципального района в лице Петра Геннадьевича, Петра Геннадьевича за помощь в проведении данных мероприятий, координатору партийного проекта «Школьный спорт» Докумина и депутату городского совета, Сланцевского городского совета Петру Геннадьевичу за поддержку данного мероприятия.